небесной механики. Абзац и полный провал у генерала Ванникова. От пива Пресли болит голова. Ему приснился Самир Раджабов, неспровергающий сопромат. Генерал поднял дирижабль и заправил рожок в автомат. Его расстреляли у книжной полки на фоне собственных трех томов. За окнами замка взвыли волки, ловящие кайф от его стихов. И теперь напротив его квартиры два пьедестала стоят в тоске. На одном Самир в парадном мундире, на другом просто Херно с гитарой в руке. Но ночь смешивает карты, и наступает пора забав. Он приглашает на ужин Буонапарта и доказывает ему, в чем тот был неправ. А потом пьет с Суворовым водку, в который раз фашистов громя, и в желтую подводную лодку приглашает вас всех и меня. И нам не нужны ни икра, ни крабы, мы мотыльками летим на свет. Когда поет Самир Раджабов, геофизик и русский поэт. И нам не нужны ни икра, ни крабы, мы мотыльками летим на свет. Когда поет Самир Раджабов, хороший бард и бродяга-поэт.